А теперь он запихивай его в рот ротомонстру. Ох, да уж. Блюет. Юмичу. Ладно, давайте этого ядовито-желтого тоже разрежем. Короче, с таким материалом мы еще с вами не встречались. Ладно, режу. Начинаю с головы. Фу, какая гадость, а в конце глаз. Светится ли муха в темноте? Точно, светится, смотрите, как бультыхается. Привет, ты на канале Magic Pets. Я Чихуахуа София, а это мой брат Эйвен. Привет. А я покемон Юмичу. А я Миша. А я киса Алиса. Подписывайся скорее на наш канал, чтобы у нас стало столько же подписчиков, сколько у желейного медведя Валерки. Вообще-то, Алис, у познавателя уже больше 8 миллионов подписчиков. Так что, Алиса, нам до него еще далеко. Ой, какие же вы зануды. Главное, чтобы мы верили, а наши мальчики нам помогали. Так что ты их не слушай, давай подписывайся. Вот там. Видел, как я за зрачками сделала? Ну что, ребят, привет. Я принесла то, что вы просили, блюда и ножницы. А что это тут у вас? Что вы собрались делать? И тебе, Алиса, развлекалочка. Ура! Они собрались антистресситься! Будем антистресситься! Ставь лайк, если любишь антистресситься! Лайк, если любишь антистрессы! Лайк, если хочешь, чтобы мы антистрессили чаще! И уничтожали, и резали антистрессы! Чтобы мы вместе с тобой антистрессились, антистрессились! Так, тихо, тихо, погодите, опять? Не опять, а снова! А еще будем зырить, что внутри! Особенно у вот этой жабы страшной! Не зырить, а смотреть, Юмичу! Аня, опять ты придираешься! Ясно, вы как всегда, вам лишь бы что-нибудь уничтожить. Дайте я поставлю эту тарелку с ножницами сюда. А что это там за коробка у вас такая? А в этой коробке у нас сквиши. Да, много разных сквишей. И мы пока что не знаем, что с ними сделать. Да, действительно целая коробка сквиши. Даже сквиши стаканчик кофе. А еще целая кучка этих лизунистых сквишей. И зайчики, и лимончики, и мороженки, и пироженки, и панды. А мы без тебя знаем. Я вообще-то вам тут помогать типа буду. Твое дело работать руками и не лезть. Ах так, ясно, ладно. Да. А вы, ребята, пишите в комментарии, что нам сделать с целой коробкой сквиши. Тем более, что твой волшебный комментарий может появиться где-то здесь в видео. Опрос, опрос. Что, кисалис? А, да, точно. И голосуйте вот там в опросе. Это что такое? Сейчас все увидишь, Ань. Сегодня будем все уничтожать. Вы прямо монстры какие-то. Нет, Анюта, монстры у нас тут. А это еще что такое? Да, мы потом тебе объясним. Работай давай. О, какая мерзкая жаба. Ты ее сегодня нам разрежешь. Работай, работай. Я вообще-то тут и оператором, и монтажером. Еще и выполняю все ваши указания. Яичницу, что ли, делать будем? Будем. Ой, тут кажется что-то... Ну вот, Аня. Что? Это не я. Видимо, этот антистресс ваш с дыркой был. Ну и вообще, мы такие, по-моему, уже не раз резали. Все равно разрежу его. Сейчас разрежу. Ой, а это что такое? Мини-макбук? А это компьютер. Макбук! А ты что, вообще не разбираешься? Все равно же это компьютер, какая разница? Теперь, Анюта, у нас есть свой макбук. И нам не нужен твой макбук, чтобы смотреть наши ролики. Может, вы и монтировать сами будете? Ань! Ладно, ладно, согласна, очень круто, прям как настоящий. Он и есть настоящий. А, че, правда, да? Ну, тогда поздравляю. Мы, между прочим, уже посмотрели новые ролики на всех наших каналах. Два новых видео, которые сегодня вышли, вот так-то. Когда это вы успели? Ой, смотрите, сколько внутри этого антистресса цветных орбизов. Прямо как собак. Их так же много, как собак на канале Magic Family. Я не совсем поняла, о чем вы. Ну, короче, вот, все орбизы мы высыпали, и остался вот такой вот кругленький чехол. Ой, ой. И все, больше ничего. Ох, Анюта, ты, оказывается, не только рукожопик, но и тугодумик. Много собак на канале Magic Family в новом ролике. И даже редкие породы, типа тот пес с дредами, которого ты гладила. Это не дреды, это шерсть у него как дреды. Пес называется Командор. Но выглядит как дреды. Просто у него шерсть... Анчо, не умничай тут. Да я просто... Короче, обязательно потом сходи, посмотри новое видео на канале Magic Family. Там очень много всяких разных собак, потому что это ролик с выставки, на которой ты выбрала нам нового песика. Да? Тихо, Юмичу. Да, Юмичу, пусть ребята сами сходят и все посмотрят. Ссылка внизу. Да, в описании, как всегда. И там же ссылка на новое видео на Анином, канале тоже новое видео. Вот. Да, Миш, блин, может я и правда тугодум, раз не сразу поняла шутку про количество орбизов. Ань, ты что, правда тугодум? Тогда начнем с несложной задачи и сделаем яичницу. Ну, у нашего рукожопика может и яичницы не получится. Эй, вы чё? Посмотрим. Нам нужно блюдце! А кто это тут? Кто это тут развлекся на блюдце? Да, тарелочка нам пригодится для яичницы. А это же хэллоуинский антистресс, тыковка. А внутри у него лампочка, и он сделан из шипов. Он очень мягенький, его можно жамкать, и он будет мигать. Давай его разрежем. Но мы же разрезали уже таких, мы знаем, что там внутри. Хочу уничтожение. Ладно, ладно. Так, вот нам блюдечко для будущей антистресс-яичницы. А это антистресс-тыква, и сейчас мы его разрежем. Погоди, мне кажется, мы таких уже разрезали. Он будет пустой. И там будет...
будет просто мигающий фонарик. Ну, Алиса попросила. Только время тратим на это. Так, хватит уже на меня ворчать. Сейчас надену на кого-нибудь из вас шапочку. Только не на меня. И не на меня. Иногда вы бываете такими занудами. Смотрите, какая у меня в руке милая, шипастая, пушистая тыковка. Ну да, она действительно пустая, тянется хорошо. Нет, еще лопнет мне в глаз. Ой, Юмичу, ты что, тоже зануда? И шарик светящийся. А прикольно так-то. Слушай, Палка, я тебя как сгрызу сейчас, суки. А ты что такая длинная? Так, теперь для яичницы бери белок. Ну, это же не настоящий съедобный белок. Это же лизун белого цвета. Ну, не совсем лизун, это типа белая жвачка для рук. Ой, да какая разница? Мне кажется, что он засох. Так, ладно, сойдет. Желток в черной колбе. Не желток, Юмичу, а желток. Это тоже желтенький лизунчик. Так, и что с ним делать? Раздели напополам. А, типа мы пожарили два яйца, да? То есть у нас должно быть два желтка. Мне кажется, он тоже засох, если честно. Знаешь, Ань, пословицу? Рукожопику и засохший лизун мешает. Засохший где? Чего? Вот вам, короче, белки, вот вам желтки. Ну, она, конечно, не настоящая, и на настоящую как-то не похожа, Ань. Короче, Ань, ты... Прости, но ты рукожопик. Ну, согласна, да, на яичницу не очень-то похоже. Смотрите, тут есть какой-то еще желтый лизун, может его добавить на... Да... О, все. А что, по-моему, похоже на растекшийся желток. Не всегда же желтки целые остаются, типа вот такая яичница... Ладно, все. Слушай, ну ты навела нас на мысль о том, что можно сделать видео «Еда из слаймов». Ну, кстати, идея ничего. Ты можешь потренироваться заранее. Угу. Короче, если нравится идея, ставь свой колосой и пиши комментарий. Крайней мере, я хотя бы нормально их разрезаю, уничтожаю и показываю, что внутри. Смотрите, какая штука непонятная. Это и не лизун, и не сквиши, а какой-то антистресс, который я никогда в жизни не встречала, если честно. У него внутри что-то такое непонятное, и он пузырится. Смотрите, как воздушный шарик надувается, при этом внутри он мнется и держит форму. Короче, не знаю я, что там. Давайте резать. Можно потом в ротомонстра запихать. А для чего они нужны, эти ротомонстры? Ну, мы же издеваемся над антистрессами, поэтому мы в них запихаем наших лизунов и слизи, и вот будет прикольно. Серьезно? А чё, очень даже классно. Запихать им в рот слизи? Ладно, не буду лезть. Ой, смотрите, какой я антистрессик нашла. Антистресс-бомбочка. Да, это на который нажимаешь, и из них такие пузыри вылазят, как прыщики, да? И этот человек будет нас ругать за слово пук. Из-за какашки. А у самой антистресс с прыщиками. Ой, я его уронила в желток. Блин. Тут, оказывается, еще у него веревочка есть. Смотрите, можно им побесить Алиску. Поиграть, да, Алиса? Ань, может, мы его разрежем уже, а? Алиска, Алиска-киска. Ты сейчас ей желтком в нос залепишь. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Они иногда больше ребенок, чем мы. Ладно, давайте достанем его из сетки и разрежем. Алис, ну ты как? Тебе желток в нос не попал? Вроде нет. Так, торжественно разрезаю сетку. Готово. И отрезаю эту веревочку. Вот такая вот пимпочка получилась. А теперь разрежем сам антистресс. А вот его-то мы и засунем в рот рота-монстра, точно. Смотри, Алиска, хочешь с ним поиграть? Нет, потому что он мокрый и противный, как сопля. Ой, упал. Ну, Алис, ну почему сразу как сопля, ну? А теперь запихивай его в рот рота-монстру. Ох, да уж, ну и задачку вы мне задали. Я попытаюсь, конечно, это сделать, но я не совсем понимаю, зачем это. Когда ты его весь запихнешь, будет прикольно сжимать рота-монстра, и у него изо рта будет вылазить эта слизь. Давай, осталось совсем чуть-чуть, кушай, давай, уже последняя капля лизуна. Ну-ка, а теперь понажимай на рота-монстра. Это действительно выглядит очень смешно, как будто он, ну, вы поняли. Блюет. Юмичу. Или слюни не пускает. Короче, и правда, это очень смешно, особенно когда на него сильно нажимаешь. Но самое прикольное, что слизь все равно залазит обратно. А у него слизь вообще изо рта окончательно не вытекет? Правильно говорить, не вытечет. Ладно, давайте этого ядовито-желтого тоже разрежем и наконец узнаем, что у него внутри. Мука! Мягкий застывающий пластилин. Нет, ребята, я тоже так думала, но это что-то совсем другое. Оно очень липкое и пачкается. Короче, с таким материалом мы еще с вами не встречались. А знаете, какая мне идея пришла, ребят? Давайте его засунем в другого рота-монстра. Получается, тоже на него будешь нажимать, и он будет вытекать. Ань, по-моему, это не очень хорошая идея. Да, Ань, если это не лизун, то он не будет вытекать. И если нажмешь, он просто выделится и возвращаться не будет. Кажется, Ань, ты зря это делаешь. Уф, блин, да, вы правы. Рукожопик, туда думит. Да, ребят, прости.
простите, пожалуйста, меня. Это действительно была плохая идея, и я испортила этого вашего рута-монстра. Режем жабу. Нет, до жабы давайте баночку. Баночку вот эту откроем. Или пончик разрежем. Пончик точно на потом, а вот в баночке что это? Там глаз и еще что-то. Короче, это какая-то прикольная штука. И очень подозрительная и противная, Софи. Поэтому сначала жабу. Ладно, лягуху так лягуху. Фига себе, она квакает. Софи, это что за слова? Ни черта себе. Что за словечки, ребята? Прости. Простите, извините. Нам покажи. Ууу, какая лягуха. Жабеха мерзкая. Это щеки у нее так надуваются. Ага, помните, мы хомячка резали? И там у него внутри была такая странная рассыпчатая штука. Но тут это не она квакает. А что, как ты думаешь? Мне лично кажется, что это что-то другое. Звук другой, ты что, не слышишь? Глухая, что ли? Слушай, Алис, ты сегодня весь день меня обижаешь. То я тугодумик, то я рукожопик, то теперь я глухая. Сейчас не буду резать жабу, поняла? Ладно, прости, давай, когда ты ее разрежешь, и мы покажем, что у нее внутри, ты мне отдашь ее лапки, а порежешь отдельно. Серьезно? Ты хочешь вот так вот поиздеваться над вот этой вот беззащитной лягушечкой? Это всего лишь игрушка, она не настоящая. Между прочим, в дикой природе собаки и кошки едят лягушек. Между прочим, и не в дикой природе, и не только собаки и кошки, но и люди едят лягушек. А я знаю, без тебя это люди, живущие во Франции, французы. Им едят лягушачьи лапки. Да. Ребят, хватит уже болтать, давайте ее разрежем, а. Я типа такая француженка, ем лягух. Чуть-чуть, Софи. Давайте ее разрежем уже, а. Ань, режу же. Блин, выглядит как настоящая. Ладно, режу. Начинаю с головы. Ой, уже все там посыпалось. Так, и что же это у нее такое внутри, а? Это не то, что было в хомяке. Нет, это не то. По-моему, это обыкновенный пенопласт, ребята. Только, походу, мини-пенопласт. Вот так-то. Руби! Ой, голова упала. Да, точно, ребята. Это очень много мелких шариков пенопласта. И это они в этой резиновой, как бы, лягушке издают такой странный звук. Если, наверное, их все вытащить из нее, то звука этого, скорее всего, не будет. Да уж. Смотрите, как трясет лапками это безголовое резиновое тельце. Она совсем как настоящая, блин. Даже как-то жутковато. А вот и ее голова. Мы, кстати, как раз очень точно попали. Как раз в голове вот эта вот закрывашка, как во всех антистрессах. А сам рот у нее не надувается. Вот. Ква-ква. Ты обещала отрезать мне лапки лягушачьи. Ох, как-то даже жутко. Ладно, отрежу Алисе лапки лягушачьи. Задние и передние. Из тельца сейчас получатся трусы. В смысле трусы? Монстра-трусы. Это какие-то монстра-памперсы просто. Ой, все, хватит. Держи, Алиса, как и просила. Давай, буду играть лягушачьими лапками. На, держи, 4 лягушачьих лапки. Выглядит это жутко. Фу, какая гадость. Да, дай-ка я их у тебя лучше заберу, извини. Выбросим в наш таз уничтоженных антистрессов. Да что ж вы все в этом пенопласте, Софиша? И у тебя на носу, и у Юмичу на морде. Не суйте свои носы туда. Ну что, будем смотреть, что в этой банке за глаз такой? Да, интересно, потому что там не только глаз, там еще какое-то существо. А в самой банке, походу, слайм. Скорее, слизь. Фея, это что, жук или что это? Это муха. Какая мерзость, а в конце глаз. Глаз и муха, вот это да. Знаете, какое подозрение у меня, ребята? Что муха это фосфорная, и она светится. Выключаю свет, проверим, светится ли муха в темноте. Точно, светится, смотрите, как бультыхается эта слизь. Фу! А глаз как настоящий, интересно, можно его оттуда достать? Аня, покажи муху отдельно. Сейчас вытащу ее. Посмотрите, как она и правда ярко светится, когда она не в лизуне. А вы уверены, что это муха? Может, это какое-то другое насекомое? Ладно, антистрессик для ужастиков. Слушайте, пушистики, по поводу вот этого пончика я вам скажу так. Это сквиши. И он пойдет в вашу целую коробку сквиши, и когда ребята напишут, что нам с ними делать, тогда мы его и будем мучать. Не в этот раз. И еще нужно придумать, что нам делать с желтым гигантским антистрессом. Да, который живет у нас вот в этой вот стеклянной баночке. И я бы хотела спросить у мэджиков, может быть, они знают, что это. Софи, не лежи, зачем ты это делаешь? Пахнет вкусненько. Потому что это и не слайм, не лизун, не жвачка для рук. Он не растягивается особо, он больше похож на сквиш, потому что возвращается в свою форму, но при этом это явно не сквиши. В общем, я не знаю, как назвать этот антистресс, что это такое. Мэджики напишут и заодно придумают имя этому желтобрюху. Нет, Юмичу, желтобрюх на другом канале. Желтопуз! Подожди, ты же сказала, мэджики придумают ему имя. А, да,
Ну да. Ну тогда, ребят, на сегодня хватит. По-моему, мы неплохо так науничтожали антистрессов в этот раз. Как обычно. А вы, ребята, давайте идите смотрите ролики на других наших каналах. Да, их там целых два видео на канале Magic Family про выставку собак, где много разных собак. Ссылки вот там внизу. И на канале Animagic тоже новый ролик. Вроде бы, да, Ань? Если я успела его демонтировать, то да. Все, увидимся скоро. Пока! Подписывайся на канал, на наш инстаграм, ставь лайк, пиши комментарий, голосуй вопросы. Я, короче, ты сам знаешь, что делать. Пока! 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 Увидимся! Удачи! Наконец-то смогу посидеть в новом iMac и посмотреть видосы одна.